друзья, существуют различные мифы, касающиеся определенных заболеваний и состояний организма, при которых противопоказана операция дентальной имплантации. И одним из таких заболеваний является сахарный диабет. Действительно, при сахарном диабете наблюдаются определенные проблемы с обменом веществ, которые неизбежно приводят к нарушениям микроциркуляции крови, что в свою очередь всегда идет к определенным затруднениям в регенерации тканей. Однако в настоящий момент сахарный диабет уже не является абсолютным противопоказанием дентальной имплантации. Более того, даже в сочетании с таким заболеванием, как остеопороз, который, к сожалению, нередко сопровождает сахарный диабет, мы можем гарантировать такой же высокий процент приживляемости имплантатов у пациентов с сахарным диабетом, и в том числе с сахарным диабетом и остеопорозом, как и у людей, которых, к счастью, данный недуг или недуги не коснулись. Тем более, что в настоящее время существует множество щадящих методик имплантации, такие как трансгингивальная имплантация, то есть имплантация без разрезов, одномоментная имплантация, одноэтапная имплантация, которые сводят хирургическую травму к минимуму. Обо всем этом я рекомендую вам прочесть более подробно в моей статье «Можно ли проводить имплантацию зубов при диабете?».